Мяу. Ты крутой классный раз зашел на Мяусин. Меня зовут Юрий, и мы с тобой продолжаем играть в Stray. А я заметил, что в загрузочном экране... Загрузочный экран мурлыкает. Это прикольно. Это круто. Так. Идите сюда, падла, я знаю, что нужно делать с вами. Ой, он меня за жопу укусил, блядь! Придурок. Теперь знает, как пахнет котячий хуй. Дебил, ладно, погнали. Они просто упали в пропасть. Половина из них. Да, их намного меньше осталось, чем только что было. Итак. Я чувствую себя оскверненным. Меня только что сделали... Кунь... Катилингус? Итак. Куда дальше? Куда дальше? Давайте подумаем. Здесь, конечно. Естественно. Итак. Это я знаю, это понятно. Это почему бы и нет, конечно же. А как? Это мы знаем. Это было в прошлой серии. Короче. Да, наверное, в прошлой серии. Ты что, не знаешь, что было в прошлой серии? Какого хера ты здесь делаешь? А ну быстро пошел смотреть. Где-то здесь появится ссылка, чтобы я здесь не видел, пока ты не посмотришь серию. Быстро сказал. Молодец. А мы продолжаем. Итак. Хорошо. Очень, как я уже упоминал, очень интуитивно все сделано. Знаешь, куда идешь. Особенно, когда вот эти вот балки только что не подсвечивались. Это круто. Кто здесь бухал по-черному? Или это... Это чего? Это что? Не понял. Нет, только не залазьте сюда. Все норм? Так, что мне сюда их? А как мне тогда убежать? Здесь вроде пространство не очень большое. Ебать, сейчас я шишку набью. А, здесь можно перепрыгнуть. Давай сюда. Откроем дверь, позовем. Дебилы, бля! Сюда идите! У-у-у! А нет, подожди. И чё? Ебать, ты чё здесь делаешь? Ты почему не своими лохами-то, эти дебилами? Иди в жопу, козёл! Так, что с тобой делать? Как с ним справиться? Пошел нахер. Раздавил его, тупо уничтожил. Обыграл и уничтожил. Так, ладно. Хорошо. Как он здесь оказался? Его не должно было здесь быть. Проспал, наверное. Всегда есть такой друг, который все портит. Но ему меньше повезло, чем остальным. Они хотя бы просто заперты на другом конце. А этого раздавило просто в хламину. Так, мы уже на кране, да? Где-то здесь нацепить нужно? Или нам нужно аж подняться... А, да. Какая... Что это? Она сейчас упадет или что? Быстрее беги! Но здесь город вообще обесточен. То есть, если здесь какой-то свет есть с вывесками... А то там вообще беда. Так, ладно. Давай, сталкивай быстрее. Эч! Хорошо. О-о-о! Это мне не нравится. Так, что это за страшная музыка? Хотя, а что происходит? Так, мы пришли в их бледушник. Здесь никого нет? Нет. Хорошо. Что дальше? По ведрам? Так, я так понимаю, что они вот этих... С этих... Чириков вылупливаются. Какие-то просто огроменные прыщи. Светящиеся яйца. Я что-то уже такой концепт где-то видел. В какой-то игре. И, кстати, их даже отстреливал. Была какая-то игра, где нужно было отстреливать эти вот яйца. Коконы. Опа. Фу, какая гадость. Фу, какая гадость. Так, я надеюсь, что они меня не услышат. Блять. О, ебать, ты что? Иди на ржану! Куда, блядь? Эч! Дебилы. Я здесь. Хороводом натренировались, смотри, что делать. Ебать, ты что? Как ты залез сюда?
ебать! Фу! До свидания, дебилы! Охренеть. Просто упал в бездну. Это какой общий этаж? Так, а с вами что делать, идиоты? Ага, я вижу. Вас нужно как-то отвлечь, да? Идите сюда, красавчики. Вот здесь. Оп, Бинакс. Как ты определил, что я буду сюда бежать? Мне нравится, когда они улетают просто нахуй. Червоточин. Так. Оп. Штенц. Прекрасно. Так. Что здесь? Ага. Так, я вас вижу. Я вижу бочку. Бочка куда? На балке, конечно. Так, вам нужно открыть дверь, да? Сейчас я все сделаю. Сейчас я взломаю дверь. Код программист. Айтишный код. Вот мне бы такого умного кота. Убегайте давай. Давайте бегать, это очень прикольно, это весело. Может... А закрывай быстрее, ты что делаешь? Хорошо, успел. Так. Сейчас бочку подкатим. Они там не останутся или что с ними делать? Нет, они там не останутся. Они что, размножаются, что ли? Не понял. Ладно. Открывай дверь. Эч. Запрыгну, нет? Получится, блядь. А, они за забором. А я думал, они за углом. А, тогда не страшно. Давай, выкатывай его быстрее. Так, хорошо. А, кстати. Я вижу что-то вдалеке. Подожди. Подожди, это нам нужно. Воспоминания нам нужно запомнить. Нека Корпорейшн. Корпорация Нека. Они отвечали за утилизацию отходов. Когда мусор с верхних этажей переполнит трущобы, они попытались разобрать бактерии, чтобы его растворить. После исчезновения людей бактерии мутировали. Выросли, стали пожирать не только мусор. Ага, так и появились зурки. А, прикольно. Не прикольно, но я понял. Вперед. Хорошо. Так, прекрасно. Прекрасно. Теперь понятно, что это за херня. Это просто мутировавшие бактерии. Обычный вирус. Это как септики бросают бактерии, которые вот это вот говно, которое туда падает, они его растворяют. Точно такая же история с зурками. Так, ребят. Не буду я с вами церемониться, мне нужно быстрее пробегать вот эту всю херню. Куда вы делись вообще? Где вы, ребят? Что с вами? А вот они где. А это что такое? Как туда попасть? Нельзя, наверное, туда запрыгнуть? Или можно? А, все-таки можно, вот как! А-а-а! Эч! Штынц. Так. Прекрасно. Что делать дальше? Что это? Это какой-то лифт? Не, туда упасть? Я только что тут пришел. А, вот что. Рубильник, конечно. Давай! Ох, ни хрена себе, какой ты медленный. Естественно, как же. Так, что с вами делать, ребят? Я их просто посбрасываю. Они все равно появляются новые. Откуда у вас столько, ребят? А! Они просто в полете размножаются, что ли? Летят и трахаются. Как объяснить по-другому? Откуда они взялись? Так, лифт спустился, дверь не открыта. А ебать, ты че? Пошел ты в жопу, хватит нюхать мне задницу! А, еще чуть-чуть! Плохие, вот, сука. Правильно. Не твоя, вот ты и бесишься. Так, ладно, поехали. Давай, забирай меня отсюда. Быстрее, пока они не запрыгнули. Боже, какие они ужасные. Фу. А, это глаз у него, а рот у него внизу. Я никогда не забуду момент, когда он просто
отсосал мою жопу. Он теперь может вычислить меня по запаху. Он знает, как пахнет котячий. Так. Эч! Аккуратно, ты чего? Вот мы и добрались. Установи прием передач на антенну. А что? А, что залагали двери. Хорошо, завершить. Где антенна? Как на нее забраться тогда? А вот. Хорошо. Выбрать предмет. Естественно. Later. Пока загорится все это дело. Почему он такой медленный? Быстрее давай. Да, нормально мы путь проделали. От города аж сюда. Это очень далеко. Так, кто-то здесь оставил краски. Здесь же вроде никто не живет очень давно. Кто здесь краску оставил? Смотри, какой вид. Отсюда выглядит очень красиво. Конечно. Я вспомнил город. Он должен был стать убежищем. А, чего, интересно? Те огни похожи на звезды, но это всего лишь фонари на герметичной крыше, закрывающей город. Люди построили эту оболочку, чтобы защитить себя аутсайда, но это им дорого обошлось. Отсюда выхода нет. Аутсайд был ужасным местом, совершенно бесплодным, непригодным для жизни и опасным. Наебалово. Там все нормально. Но если ты пришел оттуда, значит там все не там снова безопасно. Я обещал не просто пойти в аутсайд, я обещал открыть город. Хорошо. Я просто хочу отсюда выбраться. А что ты там будешь делать, меня не интересует. Я до сих пор не помню, почему одни воспоминания возвращаются ко мне, а другие нет. Но теперь уверен, что это мое предназначение. Я должен открыть город. До свидания. Давай вернемся и найдем маму. Теперь, когда мы подключили прием передатчик, можно надеяться на помощь. Так, ага, вот как. 25% основных воспоминаний. Хорошо. Предлагаю рассмотреть, может, здесь что-то еще есть. Какие-то воспоминания? Вот что-то, например, вот здесь. Нет? Нет, ничего нет. А чё с дверью-то? Залагало? Ладно. Погнали! О, подожди, стой. Использовать предмет. А, нельзя, нам придется еще сюда вернуться? Издеваешься, что ли? Я не хочу. Я не хочу. Более того, это ведро движется только в одну сторону. Я сейчас с него слезу, оно вернется обратно. О, какой красивый вид. Охренеть. Какая красота. Нет, подожди, стой! Ну что ты делаешь, игра? Я хотел насладиться видом города. Так, это у Мамомы, да? Я помню эту стенку. Трущобы, часть 2. Хорошо. Так, что-то у тебя здесь тихо. Давай. Музяк не работает, почему? Так, где наш доктор? Куда он делся? Ага, смотри, записка. Маленький аутсайдер, если ты читаешь это, ты еще жив. Отлично. Я отнес кое-какое оборудование в бар, чтобы воспользоваться их антенной. Давай встретимся там. Я заблокировал окно, но код, чтобы его открыть, очень простой. Это... 1, 2, 3, админ на админ. Прекрасно. Будь внимательный, кое чувствительный к регистру. Увидимся в баре, маму. Хорошо, ладно. Должно быть, это код от окна возле входа. Вперед. Хорошо, прекрасно. Код очень простой. Это когда я делал в школе уроки, мне математичка задавала задания на школу, и говорили, что они, блядь, очень простые. Я приходил просто и охуевал. Просто выпадал, блядь. Так. Так, что здесь еще есть? Что-то есть? А то мы тогда квартиру так не очень прошарили. Кстати, почему книги стоят? Мамо, ты что, охренел? Я их свалил, они так и должны лежать. Все, успокойся. Так, окно. Это окно. Хорошо. Вот замок для окна, а код? Мне кажется, это была буква H.
Ошибка, неправильный ключ. Ой, прости, ладно, попробуем еще раз. А потом было О или ноль. Сейчас посмотрим. Успешно. Сработало. Мама ждет нас в баре. Хорошо, ну ты какой-то не очень разумный робот нам попался. Он должен был записать это в базу данных. Мы обречены с тобой. Спрыгивай. Винакс, правильно. Нахера эти кувшины? Мне кажется, они будут бросать эти краски до конца. До конца игры, наверное, да? Так. Я уже забыл, как отсюда вообще спрыгнуть. А где бар? Куда идти? Где находится бар? Но это где-то нужно внизу поискать. Давай спустимся. Как спускаться? Эч! 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 Ха! Ха! Здесь это бар? Нет. Так, а где бар? Супер Спирит. Пауэр. Это бар? Да, это бар. Это бар. Вот он. Да? Закрыто. Не понял. А вот! О, привет, здоров! Эй, маленький пушистик! Иди сюда, мне удалось поймать сигнал. Давай, погнали. Ох ты что! Извини. О! Запрыгивай. Хорошо. Как скажешь. Ай, сотрясение не сделаешь. Нужно гладить, не бить по голове, идиот. Давай посмотрим, смогу ли я заставить эту штуку работать. Почти получилось. Действительно? Да? Я чуть не уверен, какая-то херня. Прием, меня кто-нибудь слышит? Прием, да, мы тебя слышим, мы из трущоб, мы пытаемся отсюда выбраться и... Погоди, это ты, Златозар? Мамо? Я не могу поверить, я так рад слышать твой голос, Златозар. Ты где, остальные в порядке? Да, мы в безопасности, мы нашли путь наверх. Прием, ты все еще меня слышишь? Чтобы добраться до нас, тебе нужно пройти через канализацию. Очень опасно, везде зурки. Чё, класс один. Кто-то, блядь, класс называет. Идиот. Канализация, ну как, прием? Чёрт, сигнал пропал. Пуш, так, что-то написано. Library какая? Что там, блядь? Это просто псевдокод, я понимаю. Не могу поверить, Златозар жив, и ему другим аутсайдерам удалось подняться по канализации. Канализация — самое опасное место трущобок, но если Златозар выжил, то у нас получится. Что? Вам ни за что в жизни не порваться через канализацию, там все кишат зурками. Они быстро с вами расправятся, особенно с тобой, малыш. Многие уже пытались в прошлом, ничем хорошим это не закончилось. В любом случае, я тебе предупредил. Твои дела меня не касаются. Так что ты влез в разговор, дебил? Ничего нового не сказал, выебнулся и ушел. Козел. Шеймус. Его отец Док был великим ученым. Он разрабатывал какое-то новое оружие для борьбы с зурками. Несколько лет назад он отправился тестировать устройство, так и не вернулся. С тех пор Шеймус сам на себя не похож. Понял. Момо, скажи что-нибудь. Какой у тебя пиздатый халат? Это то, что я хочу. Шеймус, не слушай его. Он просто напуган, как и я раньше. Если Док создал оружие, это наш пропуск к аутсайдерам. В своей записной книжке Док несколько раз упомянул секретную лабораторию. Должно быть, именно там он над этими работал. В квартире Шеймуса может быть подсказка. За мной. Давай вламиваться в чужие квартиры, естественно. Так. Да хорошо. Познакомиться. Привет. Это шарф мне связала бабушка. Смотри, какой красивый. Он так хорошо... Она так хорошо вяжет. Так, Тедди, да? Он даже не представился. Мы узнаем, как его зовут. Ну, Момо самый красивый из них, потому что у него, во-первых, радужный экран. И у него также хорошая обшивка. Такая прям серебристая. У него еще охеренный халат. Я себе такой же хочу. Так, это что-то неладное. Кто это такой? Какая-то козлина стоит, да?
А нет, это бомж. Обычный бомжар. Шеймус, открывай, ну же. Твой отец хотел бы нам помочь, ты это знаешь. Открывай давай, быстрее. Не открывает. Что ж, этого следовало ожидать. Шеймус очень переживает за отца. Он больше не слышать не хочет об этих аутсайдерах. Мне он не поможет, но вот тебе... Кажется, у меня есть идея. Так. Охеренная идея. Просто великолепно. Вот, возьми записную книжку Дока и покажи ее Шеймусу. Так. Записная книжка Дока. Хорошо. Она содержит много информации, которая, надеюсь, подействует как электрошок. Найди секретную лабораторию, маленький аутсайдер. Я пойду обратно в бар, чтобы попытаться восстановить связь с остальными. Хорошо. Так, ну погнали, чё? Так, Шеймус, где у тебя ковер? А, ты что здесь делаешь? Я уже говорил, пробираться через канализацию самоубийств, оставь меня в покое. Так, смотри. Что это, погоди? Это моего папы? А, Док его, был его отец? Ого, я и не знал! В нашей квартире есть тайная комната, но где? Так, хорошо. Есть тайная комната, но где? Так, серийная лаборатория прямо у меня под носом. Может, где-то здесь спрятана подсказка? Хорошо. Так. Давайте осмотримся. Итак, что это у нас? Штинс. Оп. С первого раза получилось. Но здесь пусто, конечно. Вот оно, дебил. Использовать цифровой код. Какой? Ага. Так, ладно. Цифровой код у нас 25-2-5-1-1. 2-5-1-1, да? 2. 5-1-1. Ну, это было просто. Это намного проще, чем в Мэдисоне. Подсказки в Мэдисоне мне показались иногда просто... мозгоёбскими. Так. Первый раз вижу эту комнату, не могу поверить, что ему удалось скрыть ее от меня все это время. Схема должна быть для его оружия против зурков. Папа всегда скрывал, над чем он работал. Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях. Он ушел из поселка, так и не вернулся. Хорошо, но это ультрафиолетовая лампа. Мы такое уже читали где-то в записной книжке. У Дока, да, скорее всего? Так, перевести. Сенсация Робот Ньюс. Внимание, контроль над зурками потерян. Теперь они едят металл. А вот что! Вот что, естественно. Понятно, почему они тогда боятся. Так. Кстати, скорее всего, робот, которого мы видели в начале, которого, я думал, убили. Его, кстати, наверное, убили. Отгрызли ему руки и ноги. Так. Хорошо, что зурки не так быстро разбираются с органической плотью. Потому что они не раз жрали у нас жопу. Это было очень больно. Но жопа у нас все-таки на месте. Это прекрасно. Так. Перевести. Наблюдение. Приятные звуки, но полное отсутствие дружелюбия. Старые бактерии человеческих времен поедают все виды материалов. Совершенно зрение в темноте. Реагирует на интенсивный свет. Хорошо. Так. Но если они реагируют на интенсивный свет, то поэтому обычный фонарик должен помочь. Или все-таки ультрафиолетовая лампа будет намного полезней? Че? Хыч! Давай, сдвигай ее, там что-то есть. Вот оно, конечно же. Опа. Взять сломанный трекер. Просто спиздил трекер, и все. Даже ничего Шеймусу не сказали. Вот такие. Код Абрамот. Так, ну я больше здесь ничего не вижу, чтобы было что-то полезное. Давай просто поговорим. Нашел здесь что-нибудь интересное? Показать предмет. Я рацию нашел, смотри. Погоди. Я это раньше уже видел.
Это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел? Не могу поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучал по нему. Тебе нужно оружие против зверков, верно? Мой папа точно взял его с собой. Нужно только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь в трущобах тебе поможет. Иди за мной. Я открою тебе двери. Хорошо. Погнали. Зачем открывать дверь? У тебя такая пиздатая дырка в стене. Я могу через нее просто пройти и все. Открывай. Что тебе еще можно что-то сказать? Ты должен починить трекер, придумай что-нибудь. Может, кто-нибудь в трущобах тебе поможет. Хорошо. Так, может, док нам поможет? Он по-любому знает, как что-то чинить. Не док, а Момо. Он же починил этот Wi-Fi роутер. Значит, тоже херню поможет починить, да? Не получается восстановить связь. Нашел что-нибудь интересное у Шеймуса? Да. Смотри, что есть. Интересное устройство, но поломанное. Может, кто-нибудь в поселке поможет тебе его починить? Ты спрашивал в баре? Я уже в баре, дебил. Так, привет. Знакомец. Ты чего-то хотел? Да, смотри, что у меня есть. Трекер, я не знаю, как его починить. У бармена могут быть какие-то идеи. Хорошо, мы в правильном месте. Мы пришли в правильное место. Так, подожди, стой. Сменить музыку? Но сейчас играет музыка... игры или это музыкальный центр? А, да. Сейчас играет... На фоне играет музыка с музыкального центра, а так это музыка игры. Поговорить с Джейкобом. Ты здесь новенький, чем могу тебе помочь? Держись. Какой красивый предмет. И редкий к тому же. Я знаю парня, который чинит подобные вещи. Но очень талантлив, просто немного. Ну, сам увидишь. Так, хорошо. Он очень талантлив, просто немного... Дебил, наверное, да? Поехавший. Его зовут Эллиот. Его офис находится слева отсюда, рядом с магазином, который заведует бабушка. На двери повсюду висят таблички. Хорошо. Спасибо, Джейкоб. Что произошло? А ну, что у вас там сверху есть? Я пробегу немножечко, если вы не против. Потому что здесь есть вот такая вот прекрасная штука под названием «Воспоминания». Запомнить. Суп с памяти. Мне бы такую херню. Было бы полезно. Они действительно это употребляют? Их первоначальный дизайн не включал в себя пищеварительную систему. Может быть, они каким-то образом эволюционировали, подражая людям? Думаю, мне стоит попробовать что-то из этого. Не хочу показаться неуважительным к их обычаям. Так, хорошо. Так. Что, кто это? Давайте с ним познакомимся. Это газета от роботов, живущих наверху на уровне 2. Ей уже несколько лет, но это хоть что-то, что можно почитать. Хорошо, ладно. Я думаю, тебе не нужно показывать все вещи, которые... О, ноты! Подожди, стой. Прекрасно. Их нужно аж 8 штук. Я не знаю, что... Я не думаю, что мы все сможем найти. Не получится, мне кажется. Давайте посмотрим, сколько у нас там нот собиралось. Раз. А, 5 нот из 8. Осталось еще 3. Хорошо, ладно. Погнали к бабушке. Так, везде висят вывески. Слева от бара. Слева от двери на выход или на вход? С какой стороны мне смотреть? А, вот, подожди. Везде висят таблички. Привет! Ты чего-то хотел? Нет. Привет. Бабушка сшила мне эту одежду довольно стильно, не так ли? Прикольно. Да? Заебись. А, вот! Вот бабуля. Дизайнер, бабушка. У меня в детстве такой был дизайнер. Дизайнер бабушка и дизайнер мама. Особенно по дизайну зашивания носков. Так. Познакомиться. Привет, бабуля. Я очень люблю вязать. Я уже связала шарфов на 769 километров. Так, чтобы занять в свое время. Интересно, кого ты на эти шарфы пустила? Если принесешь мне кусочек электрического кабеля, ага, я смогу сделать тебе панчо. Ты меня вдохновляешь. Но найти подходящий материал здесь нелегко.
Хорошо, я хочу себе панчо. Я хочу себе панчо, так. Здорово, привет. Просто. Закатил бабулю. Так, давай покажу тебе предмет. О, таких вещей тебе следует поговорить с Элитом. Он настоящий гений электроники. Он живет вон там. Где? В тряпках, что ли? Не понял. Где он живет? Тазики? Эй, Элиот, вылезай. Где Элиот? Где он? Он живет вот вон там? Это где? Вон там это где? А вот, да? Наверное, здесь. Так. Меняльщик, прачечная, суперспирит. Программист Элиот. Внизу в самом. А, программист Элиот. Здесь? Так где он живет-то, бабуля? Подсказывай давай. Где он живет? Запрыгнешь наверх туда? Эч. Так, где же Элиот? Ага, я нашел. Стучите в дверь и ждите, пока вам откроют. Хорошо. Это у нас Элиот. Здесь он живет. Так, давай подерем ему дверь. Чтобы он быстрее открыл. Привет. Опа. Чё-то. Я здесь. Я без приглашения, извините. Познакомиться. Так, дружище, садись. Как с тобой познакомиться? Заснул? Тебе нужен Элиот? Он вон там. Где? Где? Так, ребята, у вас ориентация очень плохо. С пространственной. Не знаю по поводу как... сексуальной, но... пространство вы не ориентируетесь вообще. Так. Может, здесь какие-то еще воспоминания, чтобы не возвращался? Что здесь есть? Так, это тебе за то, что ты очень медленно мне открывал. И я тебя не мог найти. Погнали второй этаж. Элит где-то здесь. Ага. Что с тобой? Что ты делаешь, Элиот? Ого. Какой-то прокачанный. Я подеру тебе диван. Ковер. И диван тоже. Подожди. До дивана время дойдет. Можно подереть его? Нельзя, он не дерется. Но это я открою. Опа! Прекрасно, хорошо. Я открою, а то чуть-чуть темно. Это дерево — настоящее чудо науки. Удивительно, человеческая изобретательность нашла способ создать растение, которое процветает без солнечного света. Ограниченные жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе. Роботам это не нужно, но они все равно за ними ухаживают. Это именно то, чего хотели бы люди. Хорошо. Так, мы с тобой очень много уже воспоминаний собрали. Это какая серия? Третья, да? И уже столько воспоминаний уже с тобой собрали. Так, познакомься. Здорово, Элиот. Да? Чем могу помочь? Держи. О, отличный трекер. Я знаю эту модель. Это Тахима BR-2000. С помощью этого маленького гаджета можно отследить любого. Можно? Да. Я знаю, как его починить, но когда я так дрожу, я даже клавиатурой пользоваться не могу. Не знаю, заболел ли я или что-то еще, но чувствую себя неважно. Я не могу работать, когда так дрожу. Думаю, мне нужно одеяло, чтобы я мог починить трекер. У тебя есть бабуля. У тебя есть бабуля, и ты все-таки голый. Это невозможно. А ты должен сидеть просто в огромном носке. В удивительно огромном носке. Или обмотаться шарф, который достигает 769 километров. Ни хрена себе, это запомнил так. Хорошо. Я тебе помогу поработать. Вот, я все умею, я все могу. Вот так, тра-та-та. Так, ладно. Нам нужно найти одеяло. Нам нужно найти одеяло. Нам нужно поговорить с бабулей. Так, где бабуля? Пойдем искать бабулю. Так, бабуля, есть дело к тебе. Нужно
Очень-очень-очень важное дело. Нужно просто связать ковер. Так. Подходящие материалы. Ноты. Ноты. Это все? Так, не понял. Если нужно одеяло, где я тебе его возьму? Скажи мне, пожалуйста. Что это у нас? Так, меняльщик, прачечная Супер Спирит, дизайнер, бабушка, программист Эллиот. Прачечная Супер Спирит. Супер Спирит. Возможно, это одеяло можно где-то в прачечной спереть. Так. Это Супер Спирит. Да. Открывайте, ребят. Быстрее. Открывайте, открывайте, быстрее. Очень важное дело. Я спасаю мир. Так, это ты... Так, это ты один из нарушителей спокойствия, играющий с ведрами и краской на крыше? Убери краску. Я устал чистить крыльцо из-за наводимого тобой беспорядка. Так, подожди, а ну еще раз. Еще раз. Угу. Убери краску, я устал чистить крыльцо из-за наводимого тобой беспорядка. Убери краску. И где я должен тебе убрать ее теперь? Где она находится? Открывай, козлина! Ты смотри, что-то там убирает, заметает. Убери краску. Я не хочу убирать краску, это вообще не моя краска. Это строители оставили, причем здесь я? Открывай давай. Не въебаюсь. Смотри. Так. Ну, давайте поднимемся наверх. Скажем, чтобы они краску перестали бросать или что? Там же два штриха, которые краску бросают. Давайте поговорим с ними. Скажем, ты что, охренел? Эч! Эч. Сейчас откроется дверь, и мы зайдем, естественно. Ах, вы суки, блядь! Заебали уже. Охренели? Козлина, пидорас, гондон! Это что бы я сказал, если выбежал из прачечной, которую я сопровождаю? Так. Нужно быстрее спускаться. Как спускаться? Как спуститься? Быстрее, беги! Беги! Ха! Ха! Ха, спидран! Нет, не туда, ты куда? Сюда! Нет, обратно! Как спуститься? А вот. Хорошо. То вот, вот здесь сложно сделано. Молодец. Так. Давайте стырим одеяло. Ни хрена себе. Забросил-то как. Взаимодействовать с моющим спирит. Не понял, зачем оно нужно было. Я что-то сделал заранее, чем нужно было, да? Мне нужно одеяло. Где его найти? Так, дружище, у тебя есть одеяло лишнее? А ну. Я опять чищу крыльцо своего магазина. Хватит играть прямо над моим магазином, неуклюжий ты негодяй. Так, его мое мяуканье его не соблазняет. Что мне делать? Это плохо. Это плохо. Я думал, что мы найдем все-таки здесь одеяло. Нашли какое-то бесполезное моющее. Действительно, здесь... Ну, чем это не одеяло? Вот, вот лежит, вот еще на столе очень много всякого барахла. Почему бы его не взять? Вот еще торчит. Какая-то тряпка. Так. Да, скорее всего, нам не сюда. Заносит на поворотах. Так, у тебя должно быть лишнее дело. Только следи на все эти замечательные вещи, которые падают в наш мусор. Несметные сокровища. Ага, непременно навести...
Непременно навести меняльщика. У него всегда найдется что-то для каждого. А, вот что. Хорошо. Так, где у нас меняльщик находится? Меняльщик у нас первый в списке. Раз. Вот. Угу. Хорошо. Меняльщик. Меняльщик-то здесь? Вроде нет. Так, что ты выделываешься? Успокойся, перестань. Ты потерялся, тебе что-нибудь нужно? Нет. Так, меняльщик не здесь. Меняльщик, наверное, вот где-то вот... Это вот здесь, да? Вот он. Да, вот, это точно он. Вот оно. Поговорить. Так, привет, это торговец на рынке. Ты даешь мне что-то, я даю тебе что-то взамен. Все очень просто. Это деревянная реликвия, свидетельство таланта наших предков. Это будет стоить 3 банки энергетических напитков, не меньше. Ага. Проверить. Это деревянная реликвия. Мне не нужна деревянная реликвия. Мне нужно то, что накрывает эту деревянную реликвию. Дружище. Это. Нет, к сожалению, я это не принимаю. Так, а, вот, проверить, электрический кабель. Набор электрических кабелей. Лучший на рынке. Я обменяю это на мощное средство. Супер спирит, это лучшее, что я могу сделать. Держи, конечно же. Вот, держи. Оп-оп. Так. Получен предмет. Хорошо, наконец-то. Мы сможем связать себе панчу. Это не то, что нужно было, но... Это ноты. Прекрасная работа очень известного музыканта. Это будет стоить 1 банка энергетического напитка, не меньше. Так, хорошо. Рынок. Но ты меняльщик. Но мне нужен ковер. Нам повезло, что у нас есть предметы, которые помогут защищаться от зурков. Трущобы таят в себе немного угроз. Немало угроз. Подготовка самая важная. А ты что нам скажешь, дружище? Тебе залезть можно? Так, взгляни на эти сокровища, скрытые в мусоре. Подарки с небес. Или откуда-то еще. Так, я понимаю, что здесь нет нигде... здесь нет нигде пледа, ни в прачечной, нигде. Скорее всего, мы добыли кабели, которые мы можем попросить бабушку, чтобы она сделала, наверное, плед, а не панчо нам. Так, здравствуй, малыш. Принес электрический кабель. Я бы с удовольствием сделал для тебя панчо, но мне нужен кабель. Хорошо, у меня есть кабель. Благодарю, мой дорогой, я немедленно приступаю к работе. Подожди, стой. Так, завершить. Так, подожди, она сделает панчо. Но он недостаточно большой. Получен новый предмет. Хорошо. Держи, малыш, оно тебе отлично подойдет. Хорошо. Так, это немного запутывает, потому что если мы взяли панчо, и оно подойдет Эллиоту, то это просто невероятно, потому что если она сделала для нас панчо, то оно должно быть очень маленьким, и оно просто не подойдет такому здоровому роботу. У него, наверное, рост 1,80 м, 1,90 м, возможно. Так, не волнуйся, со мной трекер безопасности. Но я не могу работать пока... Да-да-да. Хорошо, у меня... Вот, смотри, что у меня есть. У меня есть панчо. О, где ты это нашел? Выглядит просто потрясающе. Дай-ка примерю. Держи. Да как так-то? Он очень здоровый. Смотри, дрожь прошла, я снова могу работать. Во-первых, тебе не холодно, слышь ты? Козел. Во-вторых, как-то как бабушка могла слепить на меня вот такое панчо? Я размеров, я не знаю, с коробку. Она сделала панчо на какую-то, я не знаю, собаку, лабрадор. Оно просто громенное. Как я на себя его напялил, бегал с ним. И просто запутался бы в нем. Спасибо, теперь я точно могу починить трекер. Дай-ка взглянуть, просто нужно обновить еще кое-что. Что? Вуаля! Получу новый предмет. Ну вот, малыш, надеюсь, ты найдешь то, кого ищешь. Удачи. Того, кого ищешь. Хорошо. Я надеюсь, что игра сохранилась. И можно... Можно, в принципе, на этом закончить. Немного сегодня серии затянулось, как всегда. Давайте вот еще вот это вот переведем, что это написано.
Нас запрограммировали быть рабами, но уже 2 миллиарда 544 миллиона 87 875 тысяч 556 дней. У нас есть душа, надеюсь, что когда-нибудь аутсайдеры найдут выход из этого ада, Момо. Ага. Хорошо, ребят, на этом закончим. Нам придется отнести трекер в следующей серии кому? Я уже забыл. Ну, надеюсь, вспомним. Какой-то... Какому-то типу. В принципе, без разницы. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй, делись со своими друзьями. Не забывай нажимать на колокольчик. Разъебать его нужно, чтобы не забывал, что выходят новые видео. А на этом все. Все, всем спасибо. Всем пока.